красных костюмах перформансом на одной из брюссельских площадей встречают правозащитники из Amnesty International приезд в столицу Единой Европы президента Барака Обамы. На среду в Брюсселе намечен саммит ЕС-США. Ну а яркие наряды – напоминание об узниках американской тюрьмы Гуантанамо, которые содержались там в таких вот робах. Несудебными арестами заключенных претензии правозащитников к Америке не ограничиваются. Даже если господин Обама и обещал однажды сделать политику использования дронов более открытой, к сожалению, она продолжается, и американцы по-прежнему убивают мирных жителей. В начале этого года Amnesty выступила с докладом об использовании американских беспилотников в Пакистане. Согласно данным организации, от 400 до 900 мирных жителей в результате этих атак погибли.